Как можно проверить лобзик, подходит ли вам или нет? Один из таких неофициальных, неформальных тестов – это проверка на его сбалансированность. Что это такое? Значит, при включении лобзика передается вибрация на вашу руку и на тот объект, который вы пилите. Как это можно проверить? Хороший лобзик при включении на максимальной скорости, поставив его на стол, он должен стоять как копанный. Немножко сдвигаясь в сторону, противоположно от выдува, то есть, потому что есть выдув. Лобзик не сбалансированный, будет у вас прыгать на столе, забивая гвозди. Это самый простой тест. Покажем вам вот на лобзике самом простом борту. В данном случае он уходит в линию зубца. В данном случае вы видите, что лобзик практически полностью стоит на одном месте и сдвигается немного в противоположную сторону от выдува, так как у него есть вентиляционное отверстие, он выдувает в одну сторону. Поэтому он немножко смещается против выдува.